На прием к заместителю главы городского округа Надежда Николаевна пришла с картой своего СНТ. На консультацию по вопросу аренды земли, которую собственники домов используют в качестве проезда на территорию. Председателю СНТ предложили несколько вариантов решения. Я объяснил, что в данном случае продление как отдельный юридический акт не требуется, что на самом деле, если ни одна из сторон не заявит о желании этот договор расторгнуть, согласно Гражданскому кодексу, он автоматически пролонгируется на неопределенный срок. И, соответственно, они могут, жители этого СНТ могут спокойно продолжать пользоваться. Главное, добросовестно платить аренду и не нарушать правила землепользования этой территории. Чаще всего люди обращаются по вопросам землепользования и транспортного обслуживания. Граждане могут пожаловаться на качество работы перевозчиков или обратиться с просьбой запустить новый маршрут, а также по имущественным вопросам.